Не пройдет? А вот, есть, есть зелененькая. С крюками. А не, вот ту можно, а ну давай, давай эту. А ту мы снаружи оставим, она нам не будет мешать. Да вот так вот, без крюка туда. Все. Все. Теперь, не-не, вон вороток круглый, дай побольше, который. Вот этот, да. Так, началась рихтовка горбуна. Мы тут случайно приехали. Озвучивай, Русик, что там ты делаешь? Короче, наверное, да? А вертикально надо вот так вот поставить. А, хотя лучше, да. Так что, ребёдка? Видишь, ну, это тоже. Да, надо ребёдочкой будет. Рыбковая, Андрюха. Пойдет? Пойдет. Сейчас пойду камеру выключу. Давай динамикой. Быстрее, Андрюха, пока... Да какой динамикой? Пока Павло не... Сейчас рихтанем. А может не будет скорость? Где-то нормально выключить. Не, ну мне чтобы домой вернуться пока, чтобы менты не штрафовали. А потом рихтанем уже. Не, мы аккуратно подтянем чуть-чуть. Им все равно тянуть надо на место будет. Ну, лучше бы вытащили, если ты хочешь останавливать в оригинал. Кого? Оригинал. Сток. Ты что, оно гнилое нас все. Не, оно вообще... Говорит, гнилое нас все. Посмотришь вечером видео по поводу гнилого, посмотришь. Да не гони, Русик. Посмотришь. Да что? Это сколько ты взял? Доллара за 200? 178. 78 долларов? Угу. 178. Недорого. У него ниже бюджет ограниченный. Мы по 500 раньше брали, а потом коронавирус, и теперь по 178 все берем. Так а тормоза зачем? Они где есть? Я не помню. Руками. Ну давай, ты на одну ногой тормози и этот самый снимай же. Подожди, я уберу инструмент. Так надо же контролировать, да, чтобы она возьми вон камень, Русик, лежит камень, положи на тормоз камень. Вот у него фантазия работает. Говорит, на тормоз положи камень. Ой. Ну вот, начинается. Поехали. Давай. Молодые тиктокеры. О. Как отрыхтовать. Машинку. А задние тормоза работают? Да. Юзом идет, передние что-то не работают. Якорись за дерево. Надо бампером дерево. Ну что-то металл такой. Надо заякориться, да. Давайте сзади залебежу. Ну а так пошло, чуть-чуть пошло. Пошло чуть-чуть. Ну конечно. Уже ровно почти. Почти, да. Ты видишь? Давай. Не, пошло, идет. Залебеди, Валера, сзади. Тормоза слабые. Вообще огонь почти. Валера сзади. Задние держали, нет? Так в идеал. Сейчас в идеал сделаем. Подожди, давайте все сядем в салон, пригрузим. Давай. Залазь. Павло, залазь. Поехали. Так, осторожно, там вещи не поломайте. А я на баяне буду играть. Я на барабанах сзади. У меня клаустрофобия, я возле двери буду сидеть. Там зеркало не раздави тазом. Тазом зеркало не раздави. Поломал? Нет. Давай. Пират, иди садись, на руки мазаю. Давай, ко мне давай, глазаю. Нет, ко мне не стой, еще, так подожди, Валера, заякори. Не, сядь на пол сядь. На ноги Павлу садись. На тормоз нажимай. Качни два раза качни. Подожди, я вам семейное фото. Смотрите на меня. На меня. Ох и морды у вас, конечно. Жесть вообще. Вот, так тут нормально снимать. Тормоз, держи сильнее, тормоз, надави еще. Пошло. Блин, нормально идут. Ох, вы гоните. Валера, Андрюха, мы будем ногой держать. Давай еще, не на. Подожди, Валера, там какую-то модернизацию. Подожди, чтобы камень не попал в этот, в двигатель, чтобы двигатель не попал. Андрюха назвал. Сейчас краска. Андрюха! Да, тут без это. Не, надо же, чтобы выровнять по чуть-чуть. Давай. Блин, стукачи хреновы. Все, нормально уже получается. Идет, давай еще. Говорю, минимализм зашкаливает в этом салоне. Бардашок такой не закрывает. А знаешь, почему двери так открываются? Когда тормоза отказывают, воздушные тормоза. Что, давай, Андрюха, камень. Подожди, стой, подожди, я тормоза не нажал, стой. Давайте упремся.
Стой, 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 я не нажал тормоза, подожди. Давай. А если вырвет и у вас полетит? Идет? Постучай, колесо, смотри, постучи. Стой, стой, стой. Колесо прямо там расплющилось. Не, смотри, смотри, постучи. Валера стучит и то самое. Так мне же это такое и надо, Валера. Попробуй, чтобы краска осталась на месте. Пара на место стала. Валера, рыбу расшатай. Изнутри попробуй, как раз там сейчас доступ есть изнутри. Да иди якори меня сзади, будет нормально. Ну да, надо заякорить. За это, берите стропу и за это вот это. Да. А ну Руслан в щеки будет жать. Так за дерево стропой, не? Его за что я зацеплю? Ну сейчас будем искать, давай ты пока едь. Я говорю за проемы. Блин, зацепить сильно не за что сзади. Садь багажник, упрись ногами и держи это самое крючок. Как Флинстоны, подними коврик и упрись в землю. Там жулюк у тебя. Так а что делать? Пердеть и бегать. Пердеть. Ну сейчас Валера тебя отрекает. За дерево прицепим тебя. Да что за дерево? В машине за что зацепить? Чтобы не порвать ничего. Так а это буксировочная проушина получается? Сейчас зацеплена за нее? Ну да. Ну да. Снимаешь это, если... Но машина так как сильно надежная, иногда снимается под фарник, чтобы буксировать, но это раз в жизни бывает. На тебе, Русик, только за проемы пробовать. Больше не вижу. Там смотри, если просверлить дырку в салоне большую... А, слышишь, если за низ за проемы, можно за низ. Ну, может, за низ. Тут, да, тут крепко. Я думаю, что... Давай-ка разощупим. Ставится отдельно борта. Да нет, ну что там, она крепко, смотри. Если, тянется, металл, если советский металл не ржавый, тем более русский, говорит, что не гнилой. Чуваки выложили видео, как стабильной пилой перепилили советский напильник. Ой, ну что ты не рассказывай эту чушь? Погугли, блин. Так ты, откуда ты знаешь по гугле? Напильник там, смотрел, напильник из пластмассы был. Я купил сабельную пилу, купил полотно к ней, оно от трубы выхлопной сгорело полотно за 100 гривен. Ну вот, так они и перепилили. А, давайте вам семейное, это отдых после, после оффроуда в Запорожце. После рихтовки. После рихтовки, да. Так, едет Валера, сейчас заякорить надо. Подумать, за что только. Дедушка Павло, дайте большую стропу. А ты стеклоподъемник электро будешь сюда ставить? Ну пока не решил еще, это усложнение конструкции, утяжеление. Надо же такие ставить. Что это такое? Где багажник открывается? Ну не багажник, капот. Не хватит этого, зарядки у генератора, чтобы стеклоподъемники тянуть. А я шкив поменяю на более, на меньше, на меньше, на скоростной, да. Купить лифы, на лифы вот это все сверху повесить и будешь ехать легко. А что это за пробка такая? А, это... Не отрывай. Это топливо. Да, да. Не трогай. Мальчик, отойди от машины. Прямо сюда заправлять? Да, да. Ты можешь держать его за что-нибудь руками. Ну да, в принципе, да. Павло говорит, берите стропу. А что это за еда в желтом кульке, Паш? Так, ну сейчас. Да. Да, да, все, не битое, не крашено. Ты что, не видишь родная краска? Приехали дебилы без прибора, патронные 60. И что, ты не продал? Это не я продавал. Я когда в Финде покупали, короче, вот все, багажник битый, тут столько шкафла, короче. Цепляй давай. Подожди. Так у меня в машине тормозов нету. Валера, принимай. Какой вот это, забирай. Валера, принимай. Это на аварийный камень. Кажется, он прирастает, как стропец, он запорожный. Стой, стой, стой! Блин, стропу чуть не порвал. Давай, тяни. Зацепилась за салазки. Блин, вот это жесть. Два дебила, а третий еще сильней стропу дал. Валера, ты все там по инструкции делаешь хоть? Да. Стой, подожди, надо ниже только опустить. Валера, стой, ослабь стропу. Она не туда пошла. Все, натягивать? Да непонятно пока.
А, надо, чтобы кто-то стоял. Паш, иди, твоя стропа, ты должен стоять на ней. Стой, стой. Подожди, подожди, подожди. Так. Давай, Андрюх. Не, подожди, за крылья кто-то контролирует. Не, ниже наоборот, ниже крылья, чтоб... Не, по колесам пусть идет. Давай. Потихоньку, Андрюха. Что-то крылья я переживаю, закрыли. Ну ты что, дурак или что? Сколько твоя стропа стоит? Вон, поднимается вверх уже. Отрывается от земли машина. О, пошла, пошла. Стропа отошла? Давай. Стой, Андрюха. А кто в салон сядет? Яна, сядь в салон, тебе не жалко, ты молодая. Что там, вырубил? Лыжи висит. Это еще все впереди. Кости срастают. В отличие от Руслана. Тропа. Ему только уже титановые вставлять какие-то. Что там, Андрюха, пошло что-то? С разгона надо. Дернул? Кто тянет? Валера, блин. Валера, давай твой выход, тяни. Давай. Подожди, я с передачи хоть сниму. То вытягаете, она крутится. Почти как Руслан. 56. Давай, Андрюх. Так мы делаем лонг или стрейк? Да подожди, какой лонг, давай. Семестная, да. Четырехдверная будет. А ну подожди, может я подстучу? Камень подложи. Стой, я подстучу. Я не могу понять, блин. Где камень будет? За пазуху? Да не, ну нормально, уже фара хоть будет видно. Это вообще огонь. Камень, ты тоже камень ложи. Под заднее положи. Что, хорош, может? Где ж хорош? Еще не оторвали даже крыло. О, пошел. Да вроде. Да где сейчас Валеру разорвет Ниву, сейчас порвем. Сейчас порвем Ниву сейчас. Да все, хорош, Андрюх. Давай к дереву. Давай к дереву привяжем. Да, давай к дереву. Что с крыльями задними я переживаю а больше всего? Четко. У него аэродинамика стала лучше. Вообще. Вот тут немножко давит, это подмину. Не-не, это механическая. Это было. Паша, подъезжай с механикой. Так а зачем с механикой? Бери вот этот самый. За дерево. Бери стропу за дерево, цепляй шаглом и все, шагло возьми. Дерево сверху шагла. Как лупа. Да нет, дерево упадет. Да не упадет, ну куда дерево такое хорошее. Валера, дай шакл. Нет, суперклей есть. Нет, два шакла, да. Надо рывком. Пират, дай шакл. Где его? Да будет встречных слепить, больше нельзя тянуть. Короче, бомж дело говорит. Глянь, как он легко на ходу сейчас идет. С маковыми крыльями. Валера. А что ты хочешь к моему молотку приклеить? Кстати, молоток достался с машиной, блин, чтобы ты понимал. Это не просто непонятно какой молоток. А ты посмотри, брызговик. Стой, стой, к моей ничего не клей, к Ниве. Ну как? Ну смотри, знаешь, как... Ну давай. Да не приклеится, там грязь, надо было грязь. Обезжирить надо было. Да грязь приклеится. Не, он просто не проклеится. Валера, ты видел этот солнцезащитный козырек такой, как очки? Руслан может на затмение солнца смотреть. На лунное сияние, да? А крышу будем рихтовать сегодня, нет? А есть паяльная лампа чуть-чуть на грязь? Сейчас станцуем на крыше, она выровняет. Ну, чуть-чуть. А, где твой? Дай, 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 быстрее, дай этот обогреватель. Тепленькое было, потому что оно долго сохнет. А спички есть? Блин, Валера лошара. Все. Не, так надо подождать, ну, нагреть чуть-чуть на холодное. Солнце уже вышло.
Да узнают. Ссылку на мой канал дашь, я с этой стороны ж снимаю. Так приклеить? Да нет, так нельзя. Хочу, так подожди, ты... надо же не так ты тогда. Это как хаммер у тебя будет рубать. Ну да. Молоток. Нет, так оно не... так. Ну вот так, давай. Еще раз. Слышь, давай засверли. У меня сверло есть? Есть дрель у тебя? Бери ручную. Коловорот бери, ты коловоротом, я знаю, работаешь хорошо. Засверлить можно и закрутить изнутри будет. Да надо ж, блин, все, чтобы оно постояло чуть-чуть. Да, мне кажется, тоже, да. Ты точно все правильно делаешь? Точно автомобильный дизайнер, Валерий. Я творю, не мешайте. Я так вижу. Надо сильно прижать на 40 минут. Я художник. Это гелик. Тогда произойдет адгезия металлов. Сфотографируйте его. Да я сфотографировал. Сфотографировал уже. 8 раз, уже 16 снимков у тебя. Как Зеленский. Капец вам двоих. Смотри, чтобы не сгорела машина. Собак, дураки. Смотри, чтоб этот, подожди, молнинг, со стороны молнинга не грей, чтобы молнинг не повредить. Валера, блин. Валера, машина. Я молоток грею. Ты знаешь, сколько машина? Молоток тоже мой. Комфортно себе, Андрей? Ну так, становится уже немного. Не, просто предлагаю прицепить за дерево и продолжить дальше рисковку. Вот это шов, мы не доделали ничего. Не, ну да, лучше за дерево зацепить. Лучше за дерево зацепили бы и все. Ничего не делаю, так ты вчера ничего не делал, так я не доделал. Да не, ну уже почти ровно, там уже доровняем на месте уже у профессионалов. Карпатов? Обсмереком? Может это? Я захожу и вижу, что может Валера дернет? Они делают ничего. Не. Валера, не пали мой газ, пожалуйста, я лучше им... Давай, я лучше, блин, шашлык разобью. Дай мне шоколад, я пойду выбью. Какая идея была.